Фотовыставка о героях былых времен во Дворце культуры открылась еще 25 апреля. На стенах подлинные военные снимки, которые впечатляют и поражают документализмом. Буквально каждая фотография пронизана болью, испугом и радостью. На снимках как герои-соотечественники, так и наши земляки. Поразительные фотографии реликвий Дворцу культуры предоставил Мемориальный музей военного и трудового подвига. На каждом снимке изображены герои Великой Отечественной войны. Это и солдаты, это и генералы. А особенно трогает за душу лица молодых женщин, которым довелось пройти всю войну. Как-то несопоставимо это, когда вот молодая женщина и война – это совершенно разные понятия. Но что, вот пришлось девушкам пройти такой сложный путь. Они работали и санитарками, и зеничицами, и много чего пришлось им пережить. Рассматривая каждый снимок, все больше погружаешься в атмосферу прошлых лет. Медики, офицеры, дети – все они разные, но их судьбы и истории переплетены одним страшным словом – война. Всего в экспозиции представлено более 40 уникальных фотографий. Посетить выставку любой желающий сможет вплоть до 25 мая. Ирина Суконкина, Сергей Соколов, Народные новости.